Руководителя управляющей компании УК Игоря Валиса уволят за дерево, упавшее на детскую площадку. Об аварийном случае, едва не закончившемся трагедии, телеканал НТС рассказывал 30 ноября. Директор управляющей компании будет уволен за бездействие, сообщил на аппаратном совещании в правительстве города исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Он напомнил, что обслуживающая организация уже лишилась заместителя директора. Общество с ограниченной ответственностью УК наказана за то, что ее сотрудники не обеспечили безопасность во дворе дома номер 113 по улице Хрусталева. Подготовлено заявление, одобрено на увольнение. Сейчас исполняет обязанности на период выхода руководителя. Он сейчас на больничном. И, соответственно, он тоже в дальнейшем будет уволен. При этом обеспечены мероприятия для недопущения падения второго дерева. То есть кронирование произошло и укрепительные мероприятия тоже выполнены. Напомним, 30 ноября огромный кипарис упал на детскую площадку во дворе дома номер 113 по улице Хрусталева и повредил припаркованный поблизости автомобиль. Незадолго до происшествия жители обращались в управляющую компанию, однако никаких действий не последовало. Директор обслуживающей организации, за бездействие которой во дворе упало дерево, Игорь Валис, бывший депутат законодательного собрания Севастополя.